Новое ультрасовременное оборудование получил областной перинатальный центр имени Бакуниной. Медики уже успешно его освоили, отмечают скорость, а самое главное – точность получаемых данных. Какие заболевания теперь будут лучше поддаваться лечению, вы узнаете из первого материала нашего выпуска. Этот моторизованный микроскоп только недавно поступил в областной перинатальный центр. Врач-цитогенетик Полина Чернова не нарадуется новинке, отмечая, что он может многое из того, что не давали менее современные аналоги. Камера микроскопа фотографирует послойно материал, который на стекле, и на разной глубине делает кадры, там, до 10 кадров. И потом эти кадры складываются в один. Получается, что сигналы, которые мы должны идентифицировать в разных слоях клеток, они складываются в одну картинку. Таким образом, расширяется спектр решения задач. В первую очередь, благодаря такому оборудованию, можно вести профилактику генетической патологии. А если она все же случилась, то ранняя диагностика позволяет выбрать правильную стратегию ведения пациента. Речь как о моменте планирования беременности, так и после зачатия, а также неонатальный период. На этой зоне мы видим, что есть лишняя 13-я хромосома, что говорит о том, что у плода синдром Патау. Это прямое показание для прерывания беременности, но опять-таки решение принимается на женщине. Выявление синдромов Патау, Дауна, Эдвардса – все это видно на этом оборудовании. Ну и не менее важна ранняя диагностика мутационного статуса злокачественных опухолей, что напрямую отражается на здоровье населения Верхневолжья. Ранее выявляемость заболеваний как генетических, так и онкологических заболеваний именно с генетической модификацией. И подобрать терапию на ранних стадиях онкологических заболеваний, ту, которая чувствительна к тому или иному гену. А это выживаемость нашего населения, продолжительность жизни и самое главное, страшное слово «рак, онкология», она отступит. Конечно, жители Верхневолжья и раньше могли проходить обследование на подобном оборудовании. Но это либо в столицах, либо в Твери, в коммерческих клиниках. Теперь же такую возможность представляет областной перинатальный центр. Чем может похвастаться далеко не каждый регион.